все наши каждодневные проблемы, и все это виноваты большевики. Меня упрекают, вот что он там на Ленина нападает, на Сталина там, что-то советская власть столько дала. Идиоты! Советская власть у нас все забрала. Нам дала войну гражданскую, террор. Карабах сегодня, это советская власть. Это Белоруссия, Бишкек, это все советская власть. Понимаете? Так же нельзя. Вся страна готова забурлить. И все годы советской власти нам не сообщали. Везде были восстания, везде были процессы, людей арестовывали. Люди не хотели этого режима. И сегодня Украина что творит? Мы стали для нее враг номер один. Оскорбляют каждый день нас. Что знает, что говорят. Предлагают ядерное оружие снова создать на Украине, чтобы по нам пустить его. Это что такое? Это братская страна. Прекратите это слово произносить. Братская страна. Мы вошли в стадию глубочайшего консерватизма. И никаких майданов, никаких вариантов, как в Бишкеке, как в Белоруссии. В этом смысле, вот это 20 лет, видимо, и были потрачены, чтобы заложить основы глубочайшего консерватизма, чтобы никогда больше не появились там Явлинские, Горбачевы, Ельцины и так далее. У них какая пока еще действует установка? Создать тяжелые условия внутри элит нашей страны. Вдруг удастся совершить внутриэлитный переворот. Не улица, чтобы решала, а внутри элиты, как Хрущев. Его же не народ сносил, а позвали на президиум ЦК КПСС и предложили, что со всех постов освобождаются. Народ вообще безмолвствовал. Если бы он их всех арестовал и расстрелял бы, народ бы хлопал. Если его выкинули из власти, Хрущев, народ будет хлопать. В этом беда у нас, что народ у нас действует слепую. То да здравствует Ленин, Сталин, то пошли к черту, пропадите пропадом и Ленин, и Сталин. Это вот у нас проблема. Как 90-й год, все за Ельцина. Гайдар вызвал людей в центр Москвы, а потом чертыхаться стали, когда Ельцин остался и еще 7 лет нас мучил. Запад, там же есть органы, которые получают деньги, чтобы отработать, кого бы можно было бы попытаться пристроить на российский престол. Они царей пристраивали. Сколько они нам смуту вводили в нашу страну. Они императора Павла I, это они, британцы, убили. Руками русских. Но они убили. Потому что им нельзя было союз с Наполеоном. И так дальше все это шло. Постоянно. И Александра III хотели убить. Николая II это они убили. И опять британцы. И в Карабахе сегодня британцы. И там... Киргизия, британцы и китайцы там столкнулись, а русские вообще там третий лишний. И все виноваты наши, кто отвечает за внешнюю политику, да и за внутреннюю.